На конкурс дети читают стихи. Гапасова Дарье 9 лет. Агния Львовна Барто. Медвежонок невежа. Был сынок у маменьки, медвежонок маленький. В маму был фигурою, в медведицу бурую. Уляжутся медведицы по деревам в тени. Сын рядом присоседится, и так лежат они. Он упадет, ах, бедненький! Его жалеет мать. Умнее в заповеднике ребенка не сыскать. Сыночек дисциплины совсем не признает. Нашел он мед пчелиный и грязные лапой в мед. Мать твердит, имей в виду, так нельзя хватать еду. А он как начал чавкать, измазался в меду. Мать за ним ухаживай, мучайся с сынком. Мой его приглаживай шерстку языком. Родители беседуют, мешают он беседе. Перебивать не следует взрослого медведя. Вот он примчался к дому и первый влез в берлогу. Медведю пожилому не уступил дорогу. Вчера пропал куда-то. Мамаша сбилась с ног. Взъерошенный, лохматый пришел домой сынок и заявляет маме. А я валялся в яме. Ужасно он воспитан. Всю ночь ревет, не спит он. Он мать изводит просто. Тут разве хватит сил? Пошел сыночек в гости, хозяйку укусил. А медвежат соседки столкнулся с высокой ветки. Медведица бурая 3 дня ходила хмурая, 3 дня горевала. Ах, какая дура я, сынка избаловала. Советоваться к мужу медведица пошла. Сынок ты наш, все хуже, не ладятся дела. Не знает он приличий, он дом разрушил птичий. Дерется он в кустах, в общественных местах. Заревел в ответ медведь, я при чем тут, жонка? Эта мать должна уметь влиять на медвежонка. Сынок, забота ваша, на то вы и мамаша. Но вот дошло и до того, что на медведя самого, на родного папу, Мишка поднял лапу. Отец, сердито воя, отшлепал сорванца. За дело за живое, как видно и отца. А медведица скулит, сына трогать не велит. Бить детей недопустимо, у меня душа болит. Не лады в семье медвежьей, а сынок растет невежий. Я знаю понаслышке, и люди говорят, что такие мишки есть среди ребят.